Гречка с кальмарами – вкусное, полезное и легкое в приготовлении блюдо. Получается довольно интересный вкус при сочетании простой гречневой каши и изысканных морепродуктов. Поскольку для приготовления кальмаров требуется минимальная термообработка, гречневую крупу сначала отвариваем отдельно, кальмары обжариваем вместе с овощами, после смешиваем с гречкой, блюдо получается очень питательным и сытным, при этом диетическим. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления блюда. Гречневую крупу отварите отдельно в подсоленной воде, соотношение крупы и воды 1:2, старайтесь не переварить гречку, лучше приготовить ее до состояния альденте, поскольку каша будет еще готовиться вместе с кальмарами. Лук очистите, нарежьте кубиками, выложите на разогретую масляную сковороду. С моркови счистите верхний слой, нарубите тонкими полосками, отправьте к луку, овощи обжаривайте на среднем огне до мягкости около 5 минут, в конце добавьте рубленый чеснок. Подписавшимся, больше вкусностей. Кольца кальмаров очистите от тонкой пленки внутри и снаружи, именно эта пленка делает кальмары жесткими, кольца выложите к овощам, присыпьте солью и перцем. Кальмары обжаривайте 2 минуты, после перемешайте с овощами. Сразу же добавьте готовую гречневую кашу. Смесь перемешайте, готовьте не более 2 минут, чтобы кальмары не стали резиновыми. Готовое блюдо переложите в тарелку, добавьте сливочное масло, украсьте зеленью. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Продукты и их количество, далее. Крупа гречневая, 0,5 стакана. Вода, 1 стакан. Кольца кальмаров, 200 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Морковь, 0,5 штуки. Чеснок, 1 зубчик. Масло растительное, 2 столовые ложки. Зелень, по вкусу. Соль, по вкусу. Перец молотый, по вкусу. Количество порций, 2. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Друзья, жду вас снова.